Еще в самом начале арабской весны сирийский режим полностью исключил возможность серьезных протестов. Об этом Башар Асад красноречиво заявил в своем интервью 31 января 2011 года в Wall Street Journal. Но время показало, как сильно он ошибался. Позже ответственность за происходящее в стране президент возложил главным образом на происки внешних врагов. Отказ от реформ и игнорирование чаяния подавляющего большинства населения привели к тому, что Сирия в конечном счете – действительно превратилась в шахматную доску, где крупные державы, средние и даже маленькие военно-политические группировки стали поочередно разыгрывать выгодную для себя партию. В последние же несколько месяцев складывается устойчивое ощущение, что сирийское восстание окончательно захлебнулось. Но прежде давайте обратимся к страшной статистике сирийской войны. На 2018 год число погибших составило порядка полумиллиона. Сирийская сеть по правам человека отмечает, что 95% жертв гражданские. По данным Организации Объединенных Наций, 8 миллионов переселенцев покинули свои дома внутри страны, 4 миллиона выехали за ее пределы. Согласно ЮНИСЕФ, 5 миллионов 800 тысяч детей в Сирии нуждаются в помощи, 2 миллиона 300 тысяч несовершеннолетних вынуждены были бежать из страны. Несколько тысяч малолетних завербованы для участия в войне. Правозащитные организации и представители ООН регулярно обнародуют данные о совершаемых всеми сторонами конфликта преступлениях против человечности. Боевые действия, охватившие большую территорию страны, а также международные санкции, затронули практически все отрасли хозяйства. Экономические потери оцениваются примерно в 300 миллиардов долларов. За 6 лет реальный ВВП Сирии сократился на 55%. Доля жителей, которые находятся за чертой бедности, превышает 80%. Потеря археологических и культурных памятников, уничтоженных или перепроданных на черном рынке, достигла колоссальных масштабов. Победа в войне с таким количеством жертв, беженцев и при столь масштабных разрушениях, как в Сирии, может быть только первой. Но очень тревожно то, что несмотря на все происходящее и произошедшее за последние 8 лет, чаяния миллионов жителей этой многострадальной древней страны так и остаются неуслышанными. Причем почти всеми сторонами конфликта, и внутренними, и внешними. Об этом крайне важно не забывать сегодня и в России, которая для реализации своей политики на Ближнем Востоке пошла даже на использование вооруженных сил. Ведь конечное слово, кого считать врагом, а кого другом, еще остается за простым народом Сирии.